Всем предновогоднего привета, дорогие друзья! С вами самая объективная, самая точная программа о английском футболе FIFA прогноз. И для вас ее, как всегда, ведем мы, Роман Принсков и вот этот парень, Игорь Белоногов. Игорь, здорово! Ром, привет! Что у нас сегодня по программе? Ну, ты уже сказал, у нас сегодня АПЛочка, матч, ну, лидеров, второе и третье место английской премьер-лиги, Лестер против Манчестер Юнайтед. Вот. Интересная вывеска. Вывеска, отдающая 2016 годом, когда Лестер неожиданно для всех стал чемпионом английской премьер-лиги. По-моему, впервые даже попал в Лигу чемпионов благодаря этому. Ну да. И, возможно, кстати, повторение такого сценария. Скорее всего, я за английской лигой-то особо не слежу, но мы, конечно же, эксперты в ней. Ладно, переходим к коэффициентам этого матча. Здесь смотрите, что у нас показывают. 1x-ставка говорит то, что гости Манчестер Юнайтед все-таки оказываются предпочтительнее. 2.36 против 3.08 у Лестера. Остальные букмекеры то же самое. Почему так? Так, вот мне, честно говоря, не очень понятно. Ну, МЮ в целом пока на ходу. Не час Манчестер Сити, разгром Лица 6-2. Да, поэтому, наверное, все-таки считают, что раз команда вот так вот в какую-то колею победной вошла, наверное, все-таки она и сейчас должна забирать. Не сыграют вот. У Манчестер Юнайтед, кстати, вот точно не сыграют Джонс и Роха под вопросом Мактоминей. Ну, собственно, как бы Фил Джонс и Роха, это уже они все, не выходили, по-моему, в этом ушли. Сезоне, так что, собственно, это ничего не решает. У Лестера, в принципе, тоже двое не выйдут, Перейра и Сён... Вот тут, короче, титр. Сойюнджу. Да, спасибо. А вот это, кстати, пати... А, вот, кстати, в принципе, одна из версий. Основной защитник Лестера, один из лучших ВПЛ в прошлом сезоне. В этом вроде тоже он в порядке. Так что да, центр обороны получается у Лестера ослаблен. Вот, наверное, этим и обосновывается. Ну, Манчестер будет бить именно по центру. Абсолютно. Посмотрим очередной тур английской премьер-лиги. Лестер против Манчестер Юнайтед понеслась. Ну что, поехали? Давай, давай. Лестер начинает. Так, я, пожалуй, сразу это в атаку. Ага, я вас понял. О, ну вот, собственно. Сработало, поехали. Да? Да. Ну ладно, почти сработало. Сбалансированный автобус пошел. Так. Кавани. Ой-о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 й. Нет, Шмейхель. Да что ж... Ладно, я понял тебя. Добивание не слышал. Главы, они, ну... для лохов. Слушай, у тебя стоит сверхзащитная, и все твои игроки в атаке. На моей половине поля полностью. Да. Вратаря только не хватает. И, может быть, нет, тоже нет. Ну ладно, первый удар. А, нет, не первый удар, второй. Слушай, 17 минут, и Манчестер Юнайтед не уходит с половины поля Лестера. Прям плотненько сидит, и, наверное, все-таки надо тоже переходить сверхатакующий. Да. Я не понимаю, как работает сверхзащитный в этой части. Но забирать надо. Забрали, отлично. Ну все, давайте. Ну, давайте вперед, ну куда-нибудь. Ага, круто. Так, Варди. Ну-ка. Ага. Ага. Ой. И есть. Сколько ты там пытался забить? Сколько раз? Ну, много. Много. Ну, и в итоге Тильманс открывает счет в этом матче. 1-0, Лестер впереди под конец первого тайма. Так. Что, может быть, сразу киковчик, но нет. Видно, не судьба. Ой-ой-ой-ой, вот это коридор, вот это коридор! Есть. Под конец, да? 1-1 сравнял. Секундочки до конца первого. О, вот прям впритык я забил. Что ж, давай статистика после первого тайма. Владение 65-35. Да. По результативности 1-1-1. Отлично. Голы, удары, удар в створ. Ну, у меня ударов не так много, на самом деле. Ну, побольше будет. Ну, 3. Это очень немного. Ну, это, видишь, сверхатакующая так работает. Да. Надо посмотреть, как она сбалансирована будет. Но пока 1-1, ничья. После первого тайма идем смотреть, что во втором. Погба.
Что-нибудь придумай. Что-нибудь придумал. Ого, офсайд. Разогнался, конечно, очень хорошо. Магуайр у меня в атаке сейчас был. Потом он стоит еще, думал, такой, типа, во-первых, почему я здесь сказался, а во-вторых, в смысле офсайд? Нет, сначала в смысле я забил, а потом такой, о, в смысле офсайд. Это как Рязанцев на этой Барселоне в 2009 году. О-о, ребят, я фифе так не бью. Вообще фифе нет. Так, Ковани есть перед... Ай-яй-яй-яй-яй. Неплохо, неплохо. Так, у нас кто? Бруно, да? Да, Фернандеш. Получается. 2-1. Манчестер Юнайтед впереди. Так, что было? А. Кого-то убили. Кого-то убили. Так, тихо, что да. Тебе тот парень чем-то не понравился? Да, да, мне бесит. Ну, вот, собственно, я куда-то в него и попал. Нормально. Убит. А что он смотрит? Косо так на меня. Во время пандемии еще на трибунах сидит. Ну. Все английские болельщики какие-то борзы. Английские газоны мягкие. Да ну не. Куда разогнался-то? Куда разогнался-то? Забирай! Лично забрал. Все, пацаны, поехали. Быстрее. Так, что придумать? Допустим, стартанем. Ага. И куда? А, мяч у меня остался. Прикольно. Чё? И вот сюда. Ой, хорошо. Эдинсон. А чё не бил? А чего ты сделал, парень? Подожди, а чё ты не бил? Там как бы огромный угол был для того, чтобы забить. Я не знаю, я уже там смотрю, защитник. Думаю, навешу, а он... А зачем тебе? Он, по-моему, Дехея навешивал. Ты играешь как МЮ, повыпендриваться там? Ну да. И что? А, в итоге фола не было? Понятно. Ох, как вовремя-то, а? Точнее, как не вовремя я вышел вратарем, но благо там кто-то был. Варди, давай, родной, давай, вошли в штрафную. Ну-ка, ищем, кому отдать. Отдали, ударили. И вот такую плюху закинули на 80-й минуте. 2-2. Второй удар, да? Вроде да. Отлично, молодец, теряй так дальше. Сам себя перехитрил сейчас. Так, блин, зачем я так ускорился-то? Видел же то, что вам Бисак стоит. Зеленый лес. Вау. Ну-ка. Ага. Время еще есть. Так, ну, последняя атака за мной. И чё? Что-нибудь? Отобрать? А, нет, ну ничего. Все. По-моему, первая ничья в этом сезоне у нас с тобой, да? Угу, до этого да. Ничейку мы с тобой не катали. Ну вот, статистика на ваших экранах сейчас, друзья. 2-2 в результате. Лестер бил всего лишь два раза по воротам. Манчестер Юнайтед перестрелял его. 5-3. И перебегал, и по... Не, по отборам все-таки больше у Лестера, ну, да. На один. На один, да. Владение. Точность ударов 100%. Ну это да. Вот владение осталось неизменно 65-35. Ну, как, толку это особо не принесло. Ничья. 2-2. Ну как считаешь? Реальный результат? В принципе, реальный. Ну да. В принципе, реальный. Второе, третье место. Так что вполне действительно. Итак, счет у нас 2-2. Лестер, Манчестер Юнайтед. Победитель не будет выявлен. Каждая команда получит по одному очку. И по букмекерам, кстати, это самая большая ставка, которую можно вот придумать из тех трех, которые предлагает каждая букмекерская контора. В диапазоне от 3.55 до 3.70. Вот такой коэффициент дают букмекерские конторы на этот матч. Да, ну что ж, в целом, как мы уже решили, результат вполне себе реализуемый, да, все-таки второе, третье место, логично, если победитель не будет выявлен, потому что две, собственно, сильные команды. Вот, что ж, вот, собственно, наш прогноз, 2-2, вот, решать вам, ставить или не ставить, но, в общем-то, мы очень редко ошибаемся, так что все-таки, я думаю, нам можно доверять. Да. Игорь Белоногов, Роман Полинсков. Для вас вели эту программу, еще увидимся, до скорых встреч, пока-пока.